Краткий обзор 15 серии сериала «Первый отдел» под названием «Вирус», который вы сможете посмотреть в среду, 25 ноября. Бывший полицейский на пенсии Егор Затонов, который после увольнения работает охранником на автостоянке, обращается к Брагину с просьбой. Ему нужен толковый опер, чтобы разобраться в одном сложном деле. Брагин просит Шибанова помочь Затонову. Шибанов успевает связаться с ним, но этой же ночью Затонова убивают. Брагин и Шибанов начинают расследование. В это время убийцы Затонова нападают на денежное хранилище владельца подпольного казино, крадут деньги и убивают всю охрану. Брагин выясняет, что украденные деньги принадлежали криминальному авторитету Жуку, казино которого крышевал майор Плоткин. Мальцев проходит медицинское обследование.